Кулагер продолжает игры в рамках открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. На выезде наши скакуны накануне встретились с командой Алматы. Первый период завершился со счетом 2-0 в пользу Кулагера, а вот во втором и третьем алматинцы сравняли счет. На ворота скакунов последовала серия атак. Игра завершилась со счетом 4-3 в пользу хозяев льда. Это поражение отбросило нашу команду с 3 на 5 место в турнирной таблице. Сейчас в их копилке 75 очков. Повторная встреча с южанами состоится сегодня вечером. А уже в воскресенье и понедельник североказахстанские болельщики смогут лично поддержать любимую команду. Скакуны будут играть дома с командой Темиртау.